Елизавета Солонченко избрана исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы 24 мая. За ее кандидатуру народные избранники проголосовали единогласно. Через две недели, 7 июня, на внеочередном заседании планируется утверждение Елизаветы Солонченко на пост главы города. Также на сегодняшнем заседании депутаты приняли отставку главы Нижнего Новгорода Ивана Корнилина. 22 мая он написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию. Елизавета Игоревна Солонченко родилась в 1972 году в Горьком, окончила НГУ имени Лобачевского по специальности прикладная математика. Получила степень в Высшей школе экономики с 2002 по 2012 года, возглавляла компанию ВКТ. Депутат городской думы Нижнего Новгорода 4, 5 и 6 созывов, руководитель фракции «Единая Россия», секретарь местного отделения партии ЕР. С 2012 года занимала пост заместителя главы Нижнего Новгорода.